60-летний юбилей отметила Ангарская школа номер 6. Торжество организовали во Дворце культуры «Нефтехимик». Образовательное учреждение имеет богатую историю и многократно отмечалось наградами разного уровня. В последние десятилетия в стенах школы внедряют механизмы инклюзивного образования. Это значит, что дети с особенностями развития учатся вместе с обычными детьми, что способствует их быстрой социализации. Мы являемся инновационными площадками различными. Мы первая школа, которая начала учить детей с особыми образовательными потребностями. У нас кадетские классы, поэтому сегодня мы гордимся своей школой, гордимся результатами, гордимся своими детьми, которые получают не только золотые медали, становятся обладателями премии губернатора, становятся обладателями и призерами на Обилимпиксе, то есть это особые ребятишки. В честь юбилея многие педагоги получили почетные грамоты Министерства образования Иркутской области. Некоторые учителя получили благодарственные письма от администрации Ангарского городского округа.